Всем привет! Вы на канале Крошки Евы. И сегодня мы с Ланой, Ёшей и Ульяной продолжаем играть в прятки. Привет, ребята! Привет, Ева! Привет! Привет! Сегодня ищу я, потому что в последний раз меня не нашли. Я, собственно, выиграла. Я была коробочкой, как вы все помните. Вот, а сегодня я вот такое вот страшилище чудовище. Я тоже маскируюсь. Вот, но вы все видите, как я выгляжу, и, в принципе, ребята тоже могут узнать меня. Они уже видели мой скин. Да, но ты наших скинов не знаешь, и даже мы скинов друг друга не видели. Это да, поэтому я пошла уже искать. Так, ну я в центре, я в принципе готов. Я тоже. Ага, это подсказка, что вы уже прям в центре. Ну тут просто много ребят, и тебе так будет, наверное, не знаю, интереснее. Тут какой-то попкорн ходит. Попкорн? Нет, это Матвей. Ой, ой, кто это летает? Собачка на драконе? Собачка на драконе? Это может быть Ёж, хотя у Ёжи нет дракона. А, вот ребята, это вы убегаете? Нет. А это кто? Кто-то там утопился. Боже. Пошел плавать, мне придется тоже. О, как у меня хвост классно выглядит. Нет, это какая-то Ангелина. Ева, ну мы подсказываем тебе, мы в центре. Да, вот я не дошла еще. А все так хорошо дружно побежали в ту сторону, я подумала, что это вы. Еще кто-то побежал. Так, мы даже не видели еще костюмов друг друга. Ев, я даже понятия не имею, кто из этих ребят Ульяна, а кто Ёж. Вы вообще здесь? Да-да, я здесь. Да, я тоже. Я тоже пытаюсь как-то вас найти, но я даже не знаю, с чем сравнивать, как это сделать. О, кажется, я вижу Еву. Да, я такой скелетик. Это ты прыгаешь? Да, ты прыгаешь? Я тоже тебя вижу, да. Нет, это кто-то другой. Так, а вот тут возле волшебных шариков. Наташа? Нет, это Наташа. А вот какой-то парень стоит, точно на Ёши похож? Ну-ка. Нет, это не Ёши. Вы точно в центре? Да, точно. Ладно, ладно, подожди, тут какой-то хвост. Чей-то хвост? Ой. Мне кто-то, извините, ребят, не могу принять. Так, где, вот, кто-то с хвостом. Так, не убегай. Ну, не могу догнать. Ну кто же это, кто же? А, подождите, там имени в скобочках. Ошибочка. А я сразу на хвост посмотрела и подумала, что это кто-то из вас. Так, ну... Ну что? Нет, это не Кит. Тут кто-то маленький авокадик. Это Кристина, да что ж такое? Ребята, я нашла Ульяну. Ульяна, привет. Извини, что я прыгнула тебе на голову. Ну в этот раз было дольше. Подожди. Постоянно. Ух ты, это у тебя сердечко. Ой, слушай, у нас почти похожие хвосты. Ну... Ой, а что у тебя с лицом? Какой кошмар. А кто у тебя на плече сидит? Ой. Мне кажется, я точно не знаю, как это называется, но это какая-то разновидность ящерки. Да. Классно. Мне очень нравится хвост. Спасибо. Так, ребята, продолжаем. Ну что, осталось двое. Лена? Лена, это Лана? Это Ёши! Ты нашла же Ёши! Да. Ура! Да, я Ёши нашла. Ну, так, Ёш на себя вообще не похож. Стой, я на тебя посмотрю. Да. А ты тоже его видишь? А, да, немножко да, вижу. Ёши прям как Лена. Ёши настоящая Лена. Какой классный рюкзак. А, да. Я тоже себе такой хочу. Мне понравилось. Вы хорошо так выглядите. Так, ну что, осталась Лана? Осталась Лана. Так, Лана, а ты точно в городе? Потому что я смотрю вот... Да, конечно. Нет, это не ты. Так, а вот это вот кто такой? А, это Ванянина!
Отлично, ура! Ну, привет! А подожди, ты яйцо? Нет! А, ты маленький Йоши? Ну, я не Йоши, я не знаю, что вообще я сделала, но вот как-то так. Кошмар. Ну, ты пыталась. У тебя очень большая собачка на башке. А, да. И, Ник, по-моему, я перевела, что это называется, милашка на китайском, но я не уверена, может, переводчик меня обманул. Классно. Ну, ты хорошо спряталась, молодец. Спасибо. Знаешь, я еще лучше пряталась, когда на этом банане стоял другой банан, и я сидела сверху, а потом он исчез, я упала. Вон, Лена прилетела. О, да. Лена, покатай меня. Ну а как? Я не могу. Стой. А, подожди, стой, да, ну могу. Что, ребят? Хоп! Давайте передевайтесь еще. Я ещё, унес, Лана. А я пошла, уйду, поиграю куда-нибудь на площадку или покупаюсь. Хорошо. Мы, наверное, будем переодеваться в цирке. Там самое тайное место, и ты не сможешь туда случайно попасть. Поэтому следующий костюм. Давайте. Ребята, кто-то велик потерял. Ну, это часто бывает. Даже не нашелся владелец. Так, давайте покатаемся на качельках, пока ребята там переодеваются. Так, ну мы вроде все готовы, да? Да. Ну, да. Все готовы? Ну, сейчас только мы выйдем, да. О, отлично, я пошла. Ну что, ребят, чтобы было и мне посложнее, и может быть вам, мы перешли на другой сервер, где я еще не видела скины остальных ребят, которые стоят в центре и, в принципе, просто общаются. Ну что, вы готовы? Я уже иду. Да. Да. Да, конечно, готова, давай. А, кстати, еще я тоже сама переоделась, вот, я немножко, вроде как Белоснежка, а вроде нет. Я миленькая и с классной лисой на плече. Ага, еще б найти тебя. Так. Вы сейчас меня увидите. Я почти что черно-белая, по сути. Так, кто-то тут потерял доску. Мне кажется, это Йоши. Я угадала! Что? С этими крыльями, это Йоши! О, наконец-таки, я не первая. О, ничего себе! Ого, Йоша, а что ты уронил банан? Я его не роняла, ты кто-то уронил, а я туда просто сел. Крошка, кто? Крошка? Крошка, стой, крошка. Нет, я думала, это кошка Лана. А у крошки же имя не в скобках. Ой, ну и правда, я не заметила. Ёша, а ты так и будешь лежать? Да, мне хорошо, у меня все отлично. Да, ну хорошо, лежите тогда. Давайте посмотрим сейчас секундочку на красивые крылья Ёши. Ой, я не могу посмотреть, что у тебя остальной скин как выглядит. Так, о, ты веселый. Да. Ютуб, ого, у тебя фирменная футболка. Да. Так. Ну что, мне кажется, Луна это Лана. Нет, Луна? Это Ольга. Так. Так, кто тут у нас еще есть? Волк. Это Ульяна? Это Лана! Ура! Привет! Ура! Мне еще маленький волк есть, вот. Ух ты! Классно очень выглядит. Так, подожди. Давай его поглажу. Мне кажется, или последней на сегодня осталась Ульяна. Я сама в шоке просто. Я удивлена очень. Ульяна, а ты где? Я в городе тоже. Вот это Ульяна? Нет, это не Ульяна. Меня Лана унесла. Я ношу Ёши. А, кто меня толкает? Выглядит, как будто я его похитила. Ой, правда. Так. Ульяна. Кто-то кричит Ульяна. Может, это Ульяна кричит Ульяна? Нет, это крошка кричит Ульяна. Эта крошка нас всех пытается сдать. Ева, она уже меня пыталась сдать, бегала за мной и кричала мое имя. Теперь Ульяна сдаёт. Стойте, кто там с хвостом? Каким хвостом? Кто там с хвостом? Стоп. Я не могу догнать. Ну что такое? Это Ульяна? Ну... Да, это Ульяна! Это я.
классный хвост, очень классный. Спасибо. Стой. Ого. Ну ты вообще прям... И наплечники, и оружие. Ты, по-моему, кстати, Ульяну видела в самом начале, еще когда просто бежала. Сказала про хвост сразу, я еще так подумал об этом. Потому что я поэтому подумала, что зря я надела этот павлиний хвост, потому что он меня выгонял. Вот поэтому я и сделал сразу самый классический костюм. Ой, меня задавили почти. Кто-то сел ко мне на плечо и пишет, я счастлива. Как мало надо для счастья. Это точно. Но на самом деле, чуть всех нас не сдала. А ты Ёши все же держишь? Да. Да, но почему бы и нет? Все. Ой. Ёши стал взрослым? Нет, Ёши сел мне за спину. Теперь как будто у Ланы крылья, кстати, да. Теперь у тебя крылья, да. Здорово. Красиво выглядит, кстати. Да, мы настоящие. Ну что, ребят, мне очень понравилось. Было очень круто. И что, я тогда передаю эстафету Ульяне? Да, я думаю, будет круто, потому что мне очень понравилось играть в прятки с вами, и я думаю, будет весело. Ребят, а вам понравилось? Да, прикольно. Мне, в принципе, первый раз еще понравилось, так что... А я подумала, что можно усложнить еще всю эту игру. Я это сделаю на своем канале, так что, когда мы все поиграем, я думаю, что вы увидите новую версию пряток на питомцев. Отлично. О, слушай, звучит интересно. Ой, я кого-то задавила. Ребята, извините, что я по кому-то потопталась. А я заразила, поэтому пойдемте все, наверное, лечиться. И надо на этом заканчивать. Да, пойдемте. Ну что, было очень здорово. Я не ожидала, что Ульяну я найду последней. Мне очень понравилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. 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 Пока.